картина, это картина картин. Вот как о Библии говорят, что Библия это книга книг, о Мининах и Ласкиса я могу сказать, это картина картин. Потому что ее пишет зрелый художник, которому к моменту написания картины 57 лет. И он через несколько лет, он ее написал в 56 году, а умер он в 1660 году. То есть через несколько лет после написания картины он умер. И это такой вот итог всего творческого пути Веласкеса. К этой картине нельзя, ну, то есть я не могу сразу начать рассказывать про нее, потому что тогда будет непонятно. Тогда мы просто вот окажемся в ситуации, когда я вам буду говорить о каких-то совершенно чудесных вещах, а вы не будете понимать их природу. Поэтому самое лучшее, самое правильное начать... Ну так, на цыпочках подходить к Мининам, чтобы было понятно, почему я говорю, не только я говорю, так считали все великие критики искусства, которые жили в 19 веке, которые жили в 20 веке. И сегодня в 21 веке ничего не поменялось. Все считают, все знатоки искусства, серьезные, глубокие, что Минины это... величайшая из картин Веласкеса и величайшая из картин вообще. То есть, если брать, например, какой-то такой вот ряд, допустим, выберите 20 картин мира, которые, ну вот, если ты их не увидишь, то твоя жизнь будет неполной, то Минины войдут в эту двадцатку. Я вам больше скажу, если мы наметим 5 картин, которые важно посмотреть и знать, и все, то и в 5 картин войдут Минины. Потому что Минины – это удивительное дело. Это картина в картине в картине. Это картина, в которой есть настоящее, прошлое и будущее. Но опять-таки, для того, чтобы вы смогли это понять и осознать, надо постепенно на цыпочках продвигаться по биографии Веласкеса, по его творческим уникальным успехам и по тем предыдущим картинам, которые он написал. Как вы знаете, у нас с вами такая манера, что мы это не лекция, это беседа. И поэтому, когда я предлагаю вам какие-то вопросы, вы со мной общаетесь, и тогда вы лучше как-то осознаете, понимаете и более глубоко чувствуете произведение искусства. Перед тем, как была объявлена и заявлена тема Минины Веласкеса, я вам давала потрясающего испанского художника Эль Греко. Помните такое было? Когда я вам давала Эль Греко, то я говорила, что это последний художник эпохи Возрождения и первый художник эпохи барокко. Это уникальный совершенно художник, замечательный, который, так сказать, благодаря ему возникли авиньонские девицы Пабло Пикассо, весь немецкий экспрессионизм. То есть Эль Греко – это начало очень многих начал. Я задаю, как честная женщина, сразу говорю, коварный вопрос сейчас задам. Вот когда мы говорим про испанского художника Эль Греко, хотя он был греком, как вы понимаете, с острова Крит, но он, тем не менее, прожил всю свою жизнь в Испании. И, так сказать, он считается золотым художником Испании. Когда мы говорим про Эль Греко, те, кто был у меня на этой беседе и помнят, что я рассказывала о нем, я говорила о том, что он был невероятно религиозен, но не как фанатик, а как человек глубоко верующий. И благодаря вот этой своей такой вере, абсолютно такому сакральному чувству, глубокому религиозному, он большую часть своих шедевров создал. Единственное, чего нет у Эль Греко,
То есть мы знаем религиозные картины Эль Греко, мы знаем его портреты. Но мы не увидим у Эль Греко никогда разнообразия жанров, которые обычно у многих художников есть. То есть если мы говорим про Вид Толедо, то это скорее случайный вариант, он не писал пейзажи, как правило. Или когда мы говорим о какой-то жанровой картине, он не делал жанровой картины. Каждый художник для себя выбирает какую-то свою дорожку. Иногда узкую, иногда более широкую. Я вам задаю вопрос. Вот вы помните, когда вам давала Эль Греко разнообразные композиции, все? Еще раз повторяю, коварный вопрос. Что вам наиболее запомнилось из всех картин Эль Греко, которые вы видели, либо я давала, либо, может, вы сами смотрели в иллюстрациях где-то или в интернете? Что вам запомнилось? Какое произведение Эль Греко произвело на вас сильное впечатление? Снятие одежды. Снятие одежды. Почему? Цвет. То есть мы можем говорить, что он переводит религиозное сознание свое, потому что каждый художник изнутри из себя черпает все, что мы потом делаем какие-то выводы. Мы на самом деле делаем выводы благодаря тому, что нам открывается внутренний мир. Вот глядя во внутренний мир Эль Греко, что мы видим? Вот когда мы видим снятие одежды. На самом деле, что мы видим? И духовность, и еще. Боль, конечно. Да. Что? И любовь, конечно. Потому что там, где боль, всегда любовь. Это все рядом. Ну, конечно, конечно. В чем коварство моего вопроса? Дело в том, что Эль Греко – это мастер, который избыточно себя выразил в религиозных сюжетах. Когда он делает, например, античную картину, у него была такая картина, есть такая картина «Лаокоон». Это античный сюжет и такая динамика, когда змеи, которые появляются из моря, удушают Лаокоона и его сыновей, то Эль Греко это делает так, что тебе кажется, что на твоих глазах происходит вот это событие, это смертоубийство. Да? То есть Эль Греко, возвращаясь к моему коварному вопросу, делает нас с вами соучастниками событий. Вот в этом его гений. Мы можем быть совершенными атеистами. Мы можем вообще спокойно относиться к католицизму. Но когда мы видим картины Эль Греко, он делает непостижимое. Он делает так, что мы как бы с вами становимся соучастниками. Мы видим, мы верим, и мы становимся теми людьми, которые вот все это воспринимают как настоящее. Согласны со мной, нет? Безусловно. В этом гений Эль Греко. И вот теперь продолжается мое коварство. Я задаю вопрос, а куда же дальше идти? Если нас с вами сделали соучастниками картин. Причем это сделал не французский художник, не голландский художник, а испанский. То есть тот же, из той же страны родной. Куда Веласкесу дальше идти, если до него Эль Греко сделал зрителя соучастником. Вот тут вот я уже разгуляюсь по коварному, по полной программе. Какое может дальше идти развитие художника после того, как предыдущий товарищ сделал всех зрителей своими соучастниками своих работ? Итак, какой вариант, как вы полагаете, мог бы быть у Веласкеса, учитывая, что его боженька поцеловал в лобик на профессию художника? Он, вот это был вундеркинд.
который, родители которого увидели данные ребенка, стремление все рисовать, все, что он видит вокруг, и очень рано и правильно отдали его в хорошие руки. Я более подробно дальше расскажу, что это были за руки и как из этих рук была создана вот эта личность уникальная Веласкес. Так куда дальше идти, если до тебя вот уже такое сделали Грека? Куда? Куда мы идем? Безусловно, безусловно. Делать зрителя что? Делать зрителя не просто, он не может его автором сделать, потому что автор Веласкес. Но делать зрителя, втягивать его в пространство своего холста. И поэтому так много произведений мы сейчас будем смотреть, когда мы видим картину в картине. Это поразительно.